Как же мне страшно взрослеть, как это сделали вы? Мама и папа, ответьте, я потерял нить. Вновь я рву органы изнутри. Я рассыпаюсь, я как амфетамин. И все, что я хочу, это просто танцевать. Я запуталась за все, я запуталась опять. И все, что я хочу, просто танцевать. Жизнь проходит мимо, и я иду в кровать. И все, что я хочу, просто танцевать. Запуталась совсем, запуталась опять. И все, что я хочу, просто танцевать. Жизнь проходит мимо, а я иду в кровать. И все, что я хочу, просто танцевать. Даже свой станцевать лет. Мама и папа, а ведь и когда бы я должна, чтобы найти себя вновь. Я рву органы изнутри. Я рассыпаюсь, я как амфетамин. И все, что я хочу, просто танцевать. Я запуталась совсем, я запуталась опять. И все, что я хочу, просто танцевать. Жизнь проходит мимо, а я иду в кровать. И все, что я хочу, просто танцевать. Я запуталась совсем, запуталась опять. И все, что я хочу, просто танцевать. Жизнь проходит мимо, а я иду в кровать. Все, что я хочу, просто танцевать. И все, что я хочу, просто танцевать. Просто танцевать, просто танцевать. Спасибо Раилю за этот супер кавер. Надеюсь, вам понравилось. Просто танцевать, ребята. Согласитесь, хорошая песня, прямо заводит. Это был кавер на песню участницы второго сезона шоу «Песни на ТНТ» Энди Дарлинг «Просто танцевать». Ссылочку на канал Энди Дарлинг оставлю в описании под видео. Хочу сказать, что в 2010-х, 11-х, 12-х годах, когда я еще только начинал вести свой канал, Энди Дарлинг вместе со мной росла на каверах. У меня есть даже видос 25 песен за 8 минут, у нее есть 11 песен за 3 минуты, так что мы вместе начинали, так сказать, блогерство на Ютубе. Песню сможете скачать ВКонтакте. И, ребята, если хотите совместную песню вместе с Энди, прямо настоящую новую песню, об этом напишите в комментариях, напишите «Энди фит Арслан, хотим новый трек» и поставьте лайк. Это будет означать, что нам нужно браться и вместе с Энди делать бомбезный трек. Я думаю, у нас все получится. Вам спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на Хижину Музыканта, подписываться на Энди, следить за нами в Инстаграме, потому что это видео попадет туда также. Всем до скорых встреч. Пока.